Дружище, каждый лайк и плюсик в комментариях под этим видео замедляет август на 1 секунду. Так что скорее ставь свой царский лайкосик, у тебя всего 3 секунды. А, базука, базука. Ёпер, я перелетел. Мы же... Давай, давай, братан, давай. Нельзя! Писюны какие-то. Подожди, братан. Так, братан, подожди, какие писюны? Писюны. Какие писюны? Я уже близко. На дороге. О, давай, давай. Ой, молодец. Ой, один киломается, братан. Да, жесть. Ребята, всем привет, мы продолжаем играть GTA 5 онлайн вместе с мистером Жабой, Серегой и Слева. Всем привет, друзья. Да, ребята, всем здорово. Привет, друзья. Ну что, погнали, да? У нас сегодня тролль скилл тест. Куда ехать? Подождите. Давайте сюда, Серега, поехали сюда, да? Не, я направо поеду. Ой. Сейчас мы куда-то в задницу улетим, да? Что-то мы не так летим, да? Ой, я пролетел, отлично. Отлично, пацаны, выдержал. Кто-то взорвался. Нормально. Я взорвался. Здесь корабль какой-то, пацаны. Дальше нужно еще трубу выбрать, смотрите. Я в розовеньку поеду. Я тоже сюда поеду. Ой, я лечу. Это ё-моё. Ой, не взорвись, я взорвался. Я взорвался тоже, да. А чеки взяли уже? Нет. Так, не в розовый поеду, ладно. Кстати, да, где чекпоинт? Чекпоинт вообще где-то сзади, слышите? Чекпоинт где-то вообще сзади. Подождите, а заново, слышите, заново? Сначала, что ли? Да нет, вроде. Подождите. Да, с самого первого. Чекпоинт вообще вон. А почему чекпоинт сзади? А чё, это тролль скилл тест, не забывайте. А, мы с самого начала, да, смотрите. А почему у меня черный экран, я возродился, у меня черный экран и ничего. Жди. У меня тоже такое бывало, пацаны. Ой-ой-ой. Я еду, нормально. Тихо. О. Вытащил, пацаны, вытащил. Да, вытащил. А он в какую ехать? А, не, фиолетовая занята. Нет, пацаны, фиолетовая занята. В желтую еду. В желтую? Блин, да. Получается с самого начала. В желтую изначально надо было ехать. Я в желтую. Да? Да, вроде в желтую, да. Что-то там есть. Да ё-моё, чё ж меня так колбасит? Загрузка. Нормально. А, нет. Загрузка долгая. Здесь тоже все нету, слышите ничего? В желтой тоже. А, погоди, тут этот, как его? Ой-ой-ой. Серега, привет. А куда? Стоп, зачем? А где, пацаны, куда надо ехать? А иди ты знаешь куда, блин, а? Пацаны, куда надо ехать? Я не знаю. Ребят, это тролль. Это тролль. Лол. А, лол, это мы проходили зря, что ли? Да, видимо. А куда ехать-то? На начале, что ли, оно? Оно в самом начале, что ли? А, по самолету надо. Ну вы видите, вон чекпоинты. Короче, тут такая табличка, 2 плюс 2 еще. Миша, хорошо. До меня, пожалуйста. Да. Ой, я почти выпрыгнул, слышишь? Ой-ой-ой! А чё я здесь застрял? Нет! Я вылетел. О. Надо на скорости, потому что... Вот, всё, я нормально. О, всё, Серёг, я выехал. Куда дальше, по крылу? Меня подтолкнёшь? По крылу дальше, да? Да, да. Постарайся подтолкнуть, братан. Ё-моё! Постарайся. Еду. Давай, вот, все, нормально. Можно нажать Ctrl и S, и все будет замечательно. Не получается. Все, спасибо, Миша. У-ху! Ой, тихо! Аккуратно. Спокойно. Давай, тихо. Ой. Тихо, Серега, тихо! Я вырулил. Молодец. О, опускается. Стоп, только отлично. Не толкай, пожалуйста, Слав. Я не толкаю, я то один раз буквально пошутил и все. Блин! Что? Не долетел? Ускорение. Это ускорение? Там ускорение под низом, да. Да, блин. Там ускорение. Это было. Офигеть, ребят, ну это я там перелетел, офигенно. Короче. Фух, Слава, мы с тобой рядышком. Ё-моё, есть, да, тихо, остановочка, да, давай. Блин, почти долетел, слышишь? Да, я залетел. Это было вообще. Заново, получается, нужен самолет. Да. А в какую ехать, в розовую или в черную? Не знаю, подожди, братан. Я в розовую поеду, давай. В розовую садись. Капец. Ребята, это вообще жесть. Ё-моё, да, вроде в розовую. Офигеть. Тихо, я на крышу лечу, нет! Ой, пережил. Все, в розовую прыгайте, в розовую, слышите, прыгайте. Ё-моё, нет, платформа... Да. Так, да, в розовую, слышите, надо? Да, в черное здесь, по-моему, нельзя будет про... Или нет? А, нет, ребят, походу, наоборот, надо в черную. Сейчас еще не знаю точно. В черную? Походу, да. Ой, осторожно. Ну здесь в розовую нужно еще проезжать, тут будет. Опасно очень будет проезжать. Вы посмотрите, ну ё-моё. Проезжать. Так, выправись. Отлично, выправил. А, нет, и в розовую вроде можно. В черную хз, возможно, тоже можно. Ну что я здесь вижу, тоже вроде можно. Блин, тут ускорение! Ё-моё!
Назад, назад! Нет, нет, нет! А ты чекпоинт взял? Нет, вот он как раз передо мной, это чекпоинт. Да что ж такое, я не могу на самолет даже заехать. Нет! Все, я вывалился! Не-не-не, тихо, слышите, я вывалился! Пацаны! Да, заново, все! Выживи, 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 выживи! Нет, блин, пацаны! Это просто жопа! Подтолкни слегка, слегка совсем. Я тебя не выдал, когда тебя толпа подтолкнул на борт. О, все, спасибо, Серега. О, сальтушку давай! О, отлично. Ё-моё! Так, куда там надо, пацаны? О, идеально. Ускорялка. Долго и сложно. Понимаете, тут ускорялка, пацаны, как долететь-то? Все, я проехал. Блин, я застрял, помогите. За ускорялки я попадаю в чёрное. Слышите, помогите. Не могу. Я застрял. Миша, тебе не надо в трубу, тебе надо... Я рассказал уже тебе. Между, да, лучше прыгать, типа, просто да, вот между ними. Трубами, подтолкните да. меня. Вот, кто Почему здесь? Почему я вам рассказываю, вы меня никто не слушает. Я слышал, Серёг, подтолкни, я застрял. Я слышал. Ну, Миша не слышит меня. Но я вылетаю чисто и всё. Не, можно давай, и в розовую. Долечу, долечу, давай, давай, можно давай. Можно и в розовую вроде, Серега. И долетел, пацаны, розовую, долетел до красной платформы, пацаны. Да ё-моё, что я сегодня застрию. О, типа, пацаны, я остался там, пацаны, чекпоинт взял второй. Кросс. А давай, вы чё, как там? Лео, давай, друг за другом. Вы ещё меня подтолкните? Подтолкните, пожалуйста. А. А здесь жестко, походу, пацаны, а здесь что надо делать? Надо в розовую, что ли? Точно, в розовую. Нет, не в розовую, надо в середину. Тихо, тормозите меня! подождите, лечу. Не, до чека не долетаю. Вы все вылетели, пацаны, как так? Ну что, пацаны, давайте. Друг за дружкой, давайте. Так. Вы где, самолет или где? Мы где трубы? А где трубы? Да, мне два плюс. Вот, смотрите, ребят, походу так надо. Блин, я перелетел! Перелетел, да. А что, не так сильно надо разгоняться, видимо? Просто надо... Ну, нифига, на следующую даже, да? Перелетел, походу. Ну, я не знаю, где там следующий чекпоинт. Я тоже! Лео, что ли? А, базука, Я перелетел. Мы же... Давай, братан, давай! Пизжал! Прям чуточку, застрял. О, я уже перфектно прохожу. Да, пацаны. Пхэкол. А здесь что? Нифига себе, здесь уже трансформация, уже около трансформации. Тихо. Только не врежьтесь, когда будете уже на платформах, не врежьтесь в этот... Вот, лечу! Давай! Ну что там, Слава? Взял! Хорош, братан, хорош! Хорош, братан! Фух, Миша, на ку, на левую, на правую дальше? А, на любую, просто разгон возьми. А, окей. Фух, ребят, это было жестко. Там можно и через трубу. Я себя чувствую обделённым. Да, можно через трубу, но так, типа, быстрее, бля, скилловый. Слабовато взял разгон, да, Миша. Рандомщины. Я уже научился самолет проходить. Во-во-во-во. Ну, самолёт на изи. Самолёт это самое легкое вообще. Да, самолёт там не сложно. Я его уже просто не изи. Не сразу разгоняйся, надо заново пытаться разогнаться. Ну как? Смотри. Давай, смотри. Ё-моё! Сейчас Слава тебя научит. А, нет. Сильно зажал. Нет, только не говори, что я застрял. Просто выравниваю машины, все. Ну, ребята, там эффективно. Удачи. Долетел. Самое главное, повторно. Может, по правой проехать? Ну, попробуй. Потому что налево я там как-то странно подлетаю, понял, да, наверх? Да, давай, ну, почему я жду? Так сильно я перелетаю? Я хочу дождать тебя. Вы там слегка, поняли? Вообще, вот, вы вылетите и просто катитесь, на W не нажимаете, и все, и будет нормально. А я опять не долетел? Я вылетаю. Во, так, нормально, так. нормально. Давай. Ребята, да. это просто жесть. Миша, летел? Я на трансформации. У меня бомбит, отвечаю. Что? Я на трансформации. Это не трансформация, слышишь, это не трансформация. Это не врежься в него, самое главное не врезаться. Окей. Ну, вроде готово. А, всё, я понял, как надо... Остановка! Да! Всё, просто это невидимая стена. Вот, всё, едем. Поехали. Это невидимая стена, вот это невидимая стена. А! Да, я тебе не говорил об этом. А, я не понял сначала. Всё, понял, братан. Давай, куда? Вот здесь осторожно надо. Здесь, я не знаю, листва вроде прозрачная, не знаю. Да, должна быть прозрачная. Давай вместе. Давай не с двух сторон поедем. А, слышишь, братан? А здесь, походу, Миша. Походу, минус мы. Я проехал. Что делать? Что мне... Миша, здесь надо слева. Пацаны, я на тракторе, Трактор. Какой трактор? На трактор. Трактор подожди такой. Подожди меня, слышишь? Сельский, помоги фермерский. Помоги мне, базука. Соба, я даже не нажимал на W. Я не знаю, мне просто повезло, возможно. Давай. Ребята, это реально жестко. Проедь. Это самый жесткий. А как ты проехал? Там невидимость была? Да, за кусты просто, понял? В кусты проезжай. Кусты, братан, проезжай, нормально. Блин, мне придется снова F делать и заново выходить. А тут что? Серега, ты прошел? Тут замедление? Мне заново проходить надо, слышишь, братан, потому что там не выбраться. Это что такое? Ну это быстро это пройду. Слышь, что тут здесь такое? Что за дичь? Что там такое? Я не пойму, как это проходить. Я застрял, в смысле?
Что? Типа перелетел как? У меня не получалось долететь. Не, у меня начали долететь не получалось, а сейчас я перелетаю. А как? А что здесь? Что это за писюны? Подожди, братан. Братан, подожди. Какие писюны? Здесь писюны. Какие писюны? Я уже близко. На дороге. Близко к победе, я так чувствую. Давай со мной писюны проходить. Что? Как их проходить? Я не пойму. А, во-во-во, я понял, кажись как. Ой, братан, давай. Подтолкни меня. Какие писюны? Вот, посмотри, розовенькие. О, спасибки. Как на красный? Вот, все, проехали, ура. Тихо, ждем. Проезжай давай. Тоже застрял там? Сквозь них тогда, понял, проехать? Ну, блин. Как пацаны, как мы на красную платформу запрыгнули? Трансформация, самолет, давай едите, ускоряйся. Да, Миша, все, я на самолете. Да, ну, это нереально. Реально. Да реально это все. Да, не говори. Вон машина, пишите. Машина. Я прошел писюны, я прошел. Давай, давай, самолет бери, я уже на машине буду сейчас. Подожди, на платформе. Давай. Самолет. Билаз, тут на... Ой-ой-ой, падай, тихо. Фух, тут на Билазе самолет, надо. Самолет, слышишь, братан? Парный, слышишь? По мне проезжай. Тут парно надо проходить. Бери Билаз, по мне проезжай, потом сам упадешь вниз, и я проеду, понял, Миша? Бери чекпоинт. Проезжай по мне, братан. Ну подожди, надо было ж подождать. Подожди, зачем? F нажми. Ну я перелетаю, да. Ну как? Я на самолете ж буду? Нет, ты будешь вот здесь, на Белазе. Да. Подожди, пока он материальным станет. Да. Вот все, материальное, все. Еду, да. Давай, братан. Блин, реально как-то... Это уже, кстати, шестой чекпоинт. У меня был первый. Давай. Ой, молодец. Ой, ёлки ломаются, братан. Да, жесть. Бери. Теперь всё, ты, взял Миша. Чекпоинт. Всё, взял. Давай. Офигенно, ждёте, я вижу. А, нет, у меня второй. Слава, вы если финишируете, то мы не пройдем, у нас будет не финишировано. Мы ждём. Ну, мы знаем. Ну, так подождите не нас надо, хотя бы. А зачем? Давай. Всё, седьмой чекпоинт. Всё, мы на финише. Хорош, давай, братан. Не надо, не фанишируйте. Не форсируйте. Всё, ждём их, давай. Они, походу, тоже обманка, слышишь, обманка. Походу, да. Да, это нарисованный финиш, это нарисованный. Хотя, нет. Вон, нам туда. Давай ждать их. Давай, Лео ждём и Серёгу. Да, они слишком долгие, братан. Давай, ждём. Понимаешь? Я уже скоро. Нет, невозможно, слышишь. Да, я тоже сейчас попробую, подожди. Серёга ещё на первом. В смысле невозможно? А я что сделал тогда, алё? А ты на трубе был? Нет, Миша, да, невозможно. Я прям вот тютелька в тютельку пролетел. А если разгончик взять? Давай, кстати, да, разгончик давай. Надо тут разгон взять. Лев, ты сейчас где? Они здесь не смогут пройти из-за того, что стенки сломаны, алё. Смогут, я ж проехал, алё. А ну они не влияют, эти стенки, не вообще никак. Ну что, давай, раз, два, три, поехали. Давай, побыстрее надо разогнаться. Да что за лол, ну как это пройти? Не, слишком маленькая скорость, братан. Не, мы ускоряемся. Вот, все. На Ctrl нажимай. Да, вроде должны попасть. Не, видишь? Вообще жесть. Это самое сложное. Прям тютелька в тютельку. Надо по трубам. Давай. Я не знаю, куда лечу. По трубам. Летишь, Серега? Нет, стой! Ты взял чекпоинт? Нет, не взял. Все, Слав, поехали. Поехали, да. Ты перелетел, что ли? Долго, очень. Да, очень долго, да пацаны. Серёг, давай. Вот, Лео, догоняй. Мы не будем финишировать. Мы сейчас возьмем просто трансформацию и не будем финишировать. А, ну тут, Миша, по трубе можно спокойно, видишь? Я вот по красной еду. Да. Ты по синей поехал? Я, короче, перед знаком вопроса. Тут ничего сложного. Давайте Белаз уже наконец-то поменяем. Да. Едь по вот это. Короче, в трубе надо будет в красной ехать. А что это за знак вопроса? Миша, тут тоже надо будет, смотри, трубу выбрать. Желтый плюс зеленый. Типа желтый с зеленым. Понял? А, вот да, подсказка. Вот, вот нам сюда. Подсказка, поехали сюда. Желтый плюс зеленый, да. Поехали сюда. Желтый с зеленым. Будем финишировать. Давай финишируем. Лево, давай, у тебя 30 секунд. Нет, не надо. Да какой 30? Хотя нет, нас походу обманули, братан. Это ж тролль, не забывай. Я не могу писать. Это тролль. Проезжай сквозь них, я тоже не мог. Нас походу обманули. Подожди, мы еще. Не нормально. А там что? Здесь? А там, видишь, закрыты. Видишь, там они закрыты? Где? Посмотри, трубы закрыты, а наши открыты. Все правильно мы проехали, видишь? А, да, мы правильно все проехали. У меня большое колесо, походу, застряло. А, финиш, смотри, он около здания, надо разогнаться, походу. Ё-моё, я вылетел уже туда. Да? Перелетел? Нет, на дом ровно. Как надо. А надо W зашел? Все, я на финише. Ай-яй-яй, нет, зашу сейчас, братан, нет! Это я зашил. Блин.
Блин, я провалил. Пацаны, не, я тоже завершил. Зачем? Ладно, ребята, в принципе, это все. Такой вот на сегодня бомбящий, да, ребят, скилл тестик получился. Да. Такой тройский тест, еще и парный. Подписывайтесь на наш канал, да, и ставьте лайки. Всем пока-пока. Да, ребят, всем удачи, конечно же, пока-пока. Пишите свой комментарий. Лайк не забудьте. Пока-пока. Пока-пока.